Наледи и снежные сугробы, которые превращаются в лужи. Сегодня такую картину можно увидеть во многих дворах Барнаула. Осадков этой зимой в городе выпало в 2,5 раза больше нормы. Поэтому уборка придомовых и центральных территорий необходима. Тяжелая зима и ранняя весна, они сподвигнули к более активной работе по ворошению снега, по ликвидации вот этих ранее складированных буртов снежных. То есть вот этим сейчас в основном занимаемся, для того, чтобы быстрее ускорить их таяние и скорее убрать последствия. На улицах трудится больше 2000 человек. Одни посыпают наледи песчано-соляной смесью, другие разбивают сугробы, чтобы снег быстрее таял. Сегодня лопаты взяли и студенты. Они очищают территории около учебных заведений. Мы как-то давно на первом курсе нас попросили, вот, например, только мы поступили, и началась вот эта вся волонтерская деятельность. Ну, мы чаще стали ходить, разлили снег по зимам, вот так вот, зимой. Ну и как-то так получилось, что теперь нам в радость ходить его помогать городу. Усилить работу по очистке города руководителям районных администраций поручил глава Барнаула Вячеслав Франк. Каждый четверг будут акции у нас, и кульминацией, так скажем, весенних акций будет у нас это субботник, который традиционно также проходит во второй половине апреля. На следующей неделе активисты вновь приступят к уборке города. Они помогут дорожным службам и сотрудникам управляющих компаний. Присоединиться к ним может любой барнаулец. Дарья Коншина, Роман Хайрулин. Новости.